Веки веков. Аминь. Восстану снова посреди ночи, приношу тебе песню спаси, припадаю к стопам твоим, взываю тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Сколько подними меня беспечно лежащего, и спаси мне стоящего при тебе на молитве, и после сна ночного пошли мне ясно, без греховной дни Христе Боже, и спаси меня. Владыка человеколюбчий, встав после сна, я спешу к тебе, по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла, мира, дьявольского искушения. Спаси меня, приведи в царство твое вечное, ибо ты мой творец, ты источник и податель всякого блага, на тебя самая надежда. Я возношу тебе хвалу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной твоей благости, по великому твоему милосердию, ты дал мне рабу твоему прошедшее время эти ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня пресвятой твоей истины, с просвещенным сердцем, с памятью Бога твоей, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущих, взирающих долой земли, наблюдающих сердца и помыслы, ясноверящих тайны человеческие, безначальной вечной неизменности, Бог, который не оставляет за темно мест на своем пути. Ты сам бессмертный царь, преуморенное моление наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания твоего, приносим тебе из нечистых уст. И прости нам, грешимое наше, совершенное делом, словом, мыслью, вольно или невольно. Очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем, прежнюю мысль, прорыв все на здешней земной жизни. В ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, и народу твоего сына, да найдет у нас не лежащими сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей, готовыми войти с ним в радость. И божественный чертог славы, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих и несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир. И тебя воспевает все творение, веки вечные. Аминь. Святый ангел, наставленный хранит мою бедную душу несчастную жизнь, оставь меня грешного и не отступи от меня за неудержимость мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми только несчастного, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую мне, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пробило Бога никаким грехом, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми твоими всесильными мольбами, отгони от меня, ничтожного несчастного раба твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные лукавые хульные помыслы от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страсти моих, ибо я нищеслав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо ты благословенна от всех родов, и твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам, молитвенникам о душах ваших, Богородице Деве Радость,
Благодатно мое, Господь, с тобой, благословен ты в женах, благословен плод чрева твоего, благодать спасителя и душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам, побеждать рабов и сохраняя силы Христа твоего в церковь твою. Спаси, Господи, помилуй самого духовного Игната, большую Акиму, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих, друзей, всех православных христиан. Подай твои земные небесные блага, не лиши их милости твоих, посети, укрепи силой твоей, дай им здравие, спаси на души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все их грехи, воли и неволи, дары Царства Небесного, со святыми упокой Христе, души рабов твоих, прости по всем братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни души, ни страданий, но жизнь бесконечная. Святися, святися, Глава Иерусалима, слава Господня, Тебе восьмя, ликуем и веселись сегодня. Ты же чистая красуйся, Богородица, а восстание Рождества Твоего. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыну Божию, молитва и Пречистой Твоей Матери, Преподобной Богородицы, отцов наших и всех святых, помилуй за. Аминь. На тихо молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, сохрани наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому даруй жилье. Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры,
и сосудами, полными илея добрых дел, соделанной в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий, Победоносец, Пантелей, Иман, 40 святых мучеников, Сар Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, дай веру, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога, на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радовский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Антопольский, Анкрыштадский, Аншапкайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Спаси, Господи, помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, заснимали, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнелия, Александра, Диодора, и весь священнический, иноческий чин, и высший Господи, истинных служителей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай сейчас священника, если угодно тебе, смири власти воин твоих под крепкую руку твою, и через них сотвори благое церкви твоей. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, и где война идет, научи нас ценить это мирное время и приготовь народ к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. Из-за всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас от всякого рода зла и греха. И сохрани наше селение от пожара, воров и нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, Никиту, Романа, Алексея, Иосифа. И пошли добрые жители с детьми, и сохрани школу, Господи Боже наш. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада, их Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Летину, Рашид, Педилу, Лучше. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щада, их Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрий, Олег, Алексей, Александра, Александра, Отступников, найди их, Господи.
истинную веру дай им, Николая Михаила. Путешествующих, Раиса Льва Михаила, помилуй и сохрани. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя! Прости руку к болящим, пошли им исцеление Твое. Сергея, Алексея, Валентину, Александра, Александра, Фаина, Калерию, Игоря, Василию, Марию, Леонил, и нас помилуй милости Твоей ради. Приготовь, Господи, все необходимое для принятия детей. И пошли нам добрых помощников, благодетелей, воззри на врагов, разруши их замыслы против нас, закрой их лживые уста. И в судный день не помяни мы их безумие, вразуми их и примири с нами с истиной. Аллилуйя! Благодетелей наших, посети и через них окажи нам благодеяние Елену. Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира, аллилуйя. Всех наших родственников найди, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, аллилуйя. Господи Боже наш, слава Тебе. Великое дело сделал Ты с нами, открыл нам истину Твою. Сохрани нас, Господи, в святой православной вере. А замыслы еретиков ничто преврати и развей. Господи, даруй духовное рождение папам, патриархам, епископам, священникам и пастве. Ибо без этого никто не увидит Царствие Божие. И даруй водительство Духом Святым. Аллилуйя! Укроти и исправь непокоривость жен и Галину, семейство Евгения, Надежду, 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 Светлану, Марию, Раису, Ларису, Марину, Юлию, Елену, Галину и Анну. Это наше сокровище, сайт и форум, что есть сохранить для многих людей от повреждения, желающими причинить злое. Игорь, Юрий, Дмитрий, Виктор. И обрати на путь спасения Тимофея, Тимофея, Мартина, Александра, Германа. Всех не познавших путь истины, просвети светом познания Евангелия. Благодарю Тебя за избрание, совершенное над нами. Из такого множества людей Ты собираешь малый остаток. И это все по милости. Ты располагаешь к нам людей, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный Создатель. Все устрой, как Тебе угодно, но не нам, не нам, не нам, но Тебе да будет слава. Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже всемогущий, молитву всех, молящихся о нас, о благе нам, и сотвори по воле Твоей святой. Боже, Господи, любящий Отец Небесный, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Доброе утро, Христос воскрес! Христос воскрес! Добавляем немного пояснения к молитве, а для этого мы уже просмотрели, что означает истинное покаяние, прощение. И сейчас почти заканчиваем тему, она так и называется «Бодрствуйте». Но она к истинному православию, там написано «И так бодрствуйте», так везде подмена идет, везде сатана делает так, чтобы люди поверили, что это от Бога.
Потому что о сатане тоже много написано. Вот разговаривают с ним и спрашивают, какая самая большая его победа. Ну, у него побед много, но он празднует какую-то свою. Какая? Я сумел доказать, говорит, что меня нет. Вот меня его нету. И человек даже кается, говорит, я сам сделал. Да ты не сам сделал, тебя кто-то научил. Избави от лукавого. Зачем избавлять, если его нету? Значит, избави от лукавого. Он никуда не делся. И невеликое дело, апостол Павел говорит, если сатана принимает вид ангела света, вот какой он. И что служители его тоже принимают вид служители истины. А начнешь говорить, там ничего нету. А больше всего, чего не любит сатана? Смирение. Страсть как ненавижу. Он разговаривает с Макарием. Чего у меня не хватает? Вот ты не ешь там неделю-две, я совсем не ем. Там 5 миллионов лет в рот ничего не беру. Ну, к примеру сказать. Ты спишь там один час, а я не сплю. Совершенно не сплю. Миллионы лет. А чем я от тебя отличаюсь? Он говорит, смирение надо иметь. Терпеть не могу это слово. Перед кем смиряться? Перед Богом. Я престол вознесу. Сяду на севере. Буду подобен Богу Всевышнему. Ну, об этом мы считаем 14 глава Исаии, 28 Иезекииля. 12 главу можно, 13 Откровение взять. Вот так. И поэтому надо знать его происки. Нам небезызвестны умыслы сатаны, умыслы. У него везде подмена. Вот Слово Божие. Бог дал каждому народу свой язык. Даже хотя это было и наказанием, что разные языки при строительстве Вавилонской башни, но это от Бога было. Не сделал так Бог, чтобы жена не понимала, а именно понимала. Отошли в разные стороны, башню эту забросили, сейчас подсчитывают, разные опыты делают, еще кирпич был сделан, как его обжигали. Когда его обжигают, он в 6 раз крепче делается. И вот какое давление, вес кирпича известен, выше которого нельзя было строить, выше. Вот самое высокое здание в Дубае, там где-то 480 метров, шпиль стоит. Так Вавилонская башня была в несколько раз выше. Вершина была в облаках буквально, дабы они измеряют, показывают под прессом кирпич. Давят, и когда он начинает разрушаться, то есть больше нельзя было, иначе нижние кирпичи верхними были бы раздавлены. А там мы привыкли так, строят этажи, кладут. Нет, тут все высчитывается. В лабораторных условиях, под прессом специальным, и показывает динамометр, сколько давления может выдержать. И вот обман везде. Я перед этим считал о том, как при Хрущеве были изъяты антиминцы. Это не один, не два. 20 тысяч храмов было, 10 тысяч закрыто было, антиминцы изъяты, а потом вернули. И прямо подозрение есть на то, что если бы были просто разбойники собрались, коммунисты, большевики, но это были сатанисты. Розенкрейсеры туда все набились-то, все это уже 100 раз обсуждено где. Но если они это делали, то их задача всех людей поставить на услуги сатаны. Ими антиминцы старые это отдали, говорит, а в них, может, мощи Ленина заложили, главного идола-то. То есть это вполне допустимо. Ой, да неужели на это пойдут? Зачем прикидываться-то? Ты никогда врага не считай глупее себя, тогда ты можешь что-то сделать. Ты с его стороны посмотри, если они от сатаны, поэтому... А если никаких там не заложили, ничего, значит, они тряпки достались, и все. Никаких там ничего нету. Поэтому считаем дальше. Началось самое бесстыдное осквернение святынь. Нет крещения. Крещения-то нету, а лишь мощение головы. Считай речи патриарха Алексея II на Перхальном Московском собрании в материале крещения у нас в книге «К истинному православию». К причастию допускаются явные преступники, безбожники, любой с улицы. И вот придумали, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Это все наработки нечеловеческие. А почему? Да сатана знает, как умертвить человека. Вот яд подсыпай, отравится. Яд переедает человек, отравится. То есть отравится. И придумали слово «окормляется». «Окормляется», откройте словарь Ожегова, означает «перекармливать», «отравлять». Другого значения вообще нету. А кто окормляет вас? Никто не окормляет. Зачем мне это нужно? Когда нужно, я причащусь тела Христова.
князь Владимир принял христианство, и не было никогда по-другому тысячу лет ни у русских, ни у украинцев. 4 раза в году, когда пост бывает, они так чаще исповедуются. Но чаще надо готовиться, каноны высчитывать. Тебе и жить некогда будет. Ты ни на поле не пойдешь, ни на завод, ни на фабрику. Вот не понимают ничего. А почему? Недостойно причащаются. Итак, многие больны и немало умирают. На кладбище-то приди теперь, если бы разговаривать. Святые могли разговаривать с покойниками. И люди бы заговорили оттуда, что вы делали? Мы умерли от того, что недостойно причащались. Я болел и болел, не выздоравливал. А то больной причастись. Больной. Вот. Поп уехал куда-то, оставил за себя там библиотекарша или кто у него. Но она набралась от него. А в это время наши люди туда пришли. Александро-Невский храм здесь, в Барнауле, Алтайский край. Ну, это одна женщина вышла. У меня вот сын запился, что делать, не знаю. А она отвечает. Отвечает, ей так научили, она правильно отвечает. Ну, пускай придет причаститься. Ему в храм нельзя заходить. Причастие для них сделалось это меньше, чем заплесневые сухари. Меньше. С каким трепетом готовятся люди. И называется в это время, во время поста начинается говение. Говеть. Говеть – это усиленный пост. Это Достоевский пишет об этом, Гоголь. Сейчас ничего не знает, попы все развратили. Главные убийцы – это попы, священники, епископы. Это главные губители душ. Это не я говорю, это говорит апостол Павел, Деяния апостолов, 20 глава, 29 стих, что будут говорить превратно, то есть все извращенно. А с какой целью? Дабы увлечь за собою. Вот вчера мне с Украины прислали, там батюшка, у него 3 ребятишек, и, как правило, все больные, матушка больная, и он поставил как палатку. Зачем его туда прислали, когда там не было храма, в соседнюю деревню ходят, и к московскому патриархату. Люди пишут, депутаты, не давайте им строить, этим захватчикам, агрессорам. У нас тут свои, там, ну, патриарх какой у них есть, там, Денисенко. А батюшка бьется, уже фундамент заложил. Ему что, питаться нечем? Он работать не хочет. Да зачем тебе от этого питаться-то? Работай. Надо работать. Работать, не с тарелкой ходить. И Бог тебя будет питать, у тебя все будет. Ну, я просто говорю, только то говорю, что испытал сам. Вот нам нужно сейчас мы... В другом формате лагерь детский исчез у нас, а детей-то я не брошу. Купили несколько домиков, домики-то хорошие, там 80 квадратных метров, где и сейчас вот сегодня приезжает Михаил Кальмаев с Темиртау помогать. Я тут сегодня засчитаю это все, об этом говорится. И у нас ничего нету. И вдруг вчера с Америки звонят, мы тут собрали вам 300 евро. 300 евро, понимаете? Это надо, это уже деньги. На кого послать-то? Ну, тут остался я один. Но везде предупреждаю, мы берем только тогда, когда человек подтвердит, что он на 100% нам верит. А если верит на 99,9, я никогда не возьму. А зачем нужно? Ты для Бога даешь, не для меня. Ты для Бога даешь, а мне-то не надо. Ко мне ни одна копейка за все мои 77 лет не присохла. Никогда, нигде. Ни одной. Если у тебя доверия нет, да нет, я верю. Ну, верь, подтверди, что ты веришь, чтобы потом не пятился назад. Да, действительно, нам нужно сейчас варить, которая плита большая, холодильник хороший надо, а и не один, надо 4, на 4 дома, раз мы взяли, на 4. И стиральная. Ясно, тут не 300 надо, а 1 200 евро. Вот так. Ну, сколько есть, кто может. И вдруг какой-то, видимо, татарин, обращенный в христианство или нет. Я тут собрал деньги для вас. Мы собрались 3. А собрали там совсем немножко. Ну, для нас-то расход большой. Но слава Богу. И притом не просил ни разу, нигде. Учитывая, что я издавал книги, ну, попробуйте где-нибудь, спросите, что такое издать книги. Вот у меня 4 книги, уже все сформатированы, все я сделал, все, стихи. 4 книги по 800 страниц. Я пошел, обжегся и скорее оттуда вышел. Что? Да больше, чем 2 с лишним миллиона надо в 1000 экземпляров. Обыкновенные книги. Вот и все. Издал? Нет, не издал. Уже лет 7 лежат книги, в интернет выставлены. Да не до этого сейчас.
для Бога трудиться. И вот Бог слышит, желание знает и предвосхищает. Итак, в объятиях семиглавого змея, это книга такая, зарядите ее, в объятиях семиглавого змея. Книга, документ о том, что сделали враги через иерочекистов, краснопогонных попов с невестой Христовой в МП, Московской патриархии. Вот книга эта, написана, автор неизвестен, поступила из России, но я к ней так прикипел, что думаю, что моя она. Но настолько каждое слово сходится, но они сохранили. Автор неизвестен. Повторяю, в объятиях семиглавого змея. Но только фамилии не называются. Я уж несколько раз смотрю, неужели это не моя она? Моя, внутренне я с нею. Если это так и есть, то необходимо изъять из употребления все антиминцы, побывавшие в руках сатанистов и их ставленников, заменить всех епископов и священников, сотрудничавших с врагами церкви. Но покаяться священному синоду трудно, если не сказать невозможно. Так далеко и глубоко он ушел от истины и от страха Божия. Это я писал лет 15 назад, так оно все есть. Вот есть житие святых, 19 января, Макарий Александрийский. Не египетский, а Александрийский. Их два Макария. Страница 643. Только этому святому Бог открыл в видении, что совершается не у еретиков. Еретики это отдельно, а даже в православных монастырях. Не говоря о храмах, что вместо причастия подается эфиопами, бесами, то есть чертями, уголь, недостойно причащающимся, а тело Христово ангельской рукой возвращается в алтарь. Это там, где нет ни священников, поставленных через мирские власти, что извергает из сана. А откуда известно? Седьмой Вселенский собор, третье правило, оно гласит так. Кавычки открыты. «Всякое избрание во епископа или пресвитера или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, которое говорит, если который епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую церковь власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Так это подряд надо их всех, они без власти-то никто. Вот сколько было, допустим, 76 или 66 епископов, митрополит, патриарх в советское время-то. И Харчев Константин об этом пишет, уполномоченный по делам религии при Совете министров СССР. Все 100% ставленники КГБ через них. Патриархия предлагает свои кандидатуры, а те ставят своих. Полностью выполняли, чтобы их задание, чтобы развозили заразу коммунизма по всей стране. Но они такие остались. Кто такой Денисенко на Украине? Возьмите, Филарет. Ведь он по лестнице-то здесь он был уже митрополитом. Он ждал, что его изберут, а его не избрали, он тут забунтовал. Тут понятно, что. Тут описано было, как у него дети тут при нем же живут, какая женщина там. Я ничего не хочу сказать. Главное, это он знает. Этот синод давал ему звание. А когда против, развенчали его, он не принял. Его анафеме предали, он патриархи полез. Страха-то никакого нет у него совершенно. Эти люди тебе давали эти звания. И сразу их предал анафеме, поехал в Америку оружие просить, воевать со славянами. Непонятно, ничего. И я не говорю, что он безблагодатный, да я даже здесь не говорю, но к нему причащаться я бы не пошел. Меня часто с Украины спрашивают, а зачем? Ищи там, где есть люди, незапятнанные смертным грехом. Ни других осквернений, кроме греха, причащающегося. И однако многие больные немало умирают. В американском посольстве в Москве обнаружили, что здание, построено советскими, данно им, нашпигована подслушивающей аппаратурой насколько, что с самой совершенной аппаратурой они не смогли выявить все жучки подслушивающие. И президент дал распоряжение разобрать все здание в несколько этажей до фундамента. Так поступить необходимо во всем, в чем есть в церкви свои жучки. Оставшаяся от гусеницы ела саранча, оставшаяся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки.
И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое воинство мое, которое послал я на вас». Книга Иаиля 1.4 и 2.25. Какие слова! Это не колорадский жук. Все, что видимо, Писание, храм, антиминсы, богослужение, таинство, все это происками врага нашего спасения оскверняется, подменяется, выдается за истинное. Ну а может так вот обмана тогда пойти, когда ты сам не обманываешь, тогда Бог тебе откроет. Так карманная сталинско-бериевская патриархия, не имеющая легитимной связи с дореволюционной патриархией, яростным вином своего блужения, служения с безбожником и участием в экуменизме, подводит к принятию в храм самого Антихриста. Что интересно, да интересно и страшно, что венчать его на царство будет православный патриарх Антихриста. Кавычки открыты. Если бы Антихрист родился от Девы и прежде Христа пришел в мир, то иудеи могли бы иметь оправдание и говорить, что они стремились к истине. И поэтому принять ложь вместо истины приняли. А теперь они будут за это судимы и без сомнения осуждены, поскольку, презрев истину Христову, впоследствии примут ложь, то есть Антихриста. Иероним Стридонский, том 7. Кавычки открыты. Так как прежде Христа придет Антихрист, 3,5 года, то чтобы кто-нибудь, ища пастыря, не попался волку, для того тебе указывает признак пришествия пастыря. И воссядет не в Иерусалимском храме только, но и во всех церквах. Ефрем Сирин. И главное, в храме души, вы храм Бога Живого. 6 декабря память Николая Угодника Мирликийского. Дьявол в виде женщины дал на корабль сосуд с елеем, чтобы отвезли в монастырь, в Иерусалим, а дал для вреда и для погибели путников. И только вмешательство святого Никола обнаружило подмену. Сосуд с елеем, в кавычках, выбросили за борт. Поднялся дым, пламя, смрад, заклокотала вода. И укротилась буря. Бурю поднял. От кого что берете-то, смотри, внимательно гляди. Сколько сейчас кувшинов с елеем, в кавычках, в церковном корабле? Святитель мир Ликийский, очисти корабль духовный. Христос, где ты, Христос, сияющий лучами бессмертной истины, свободы и любви? Взгляни, твой храм поруган торгашами, а меч, что ты принес, запятнан весь руками, повинными страдальческой крови. Взгляни, кто учит мир, чему когда-то и ты учил его под тяжестью креста. Как ярко их клеймо порока и разврата, какие лживые за стражущего брата, какие гнойные открылись уста. О, если б только зло, но рваться всей душою, рассеять это зло, трудиться для людей. И горько сознавать, что об руку с тобою кричит об истине, ломаясь пред толпою, прикрытой маскою продажный фарисей. Надсон Семен Яковлевич. Святой Иероним Стридонский считал, что нельзя освободиться от пороков, не обнаружив публично корпоративные грехи клира, народа. И он написал книгу «О нравственности священства». Попробуйте найти эту книгу. Иероним Стридонский – это самый почитаемый в Западной Церкви, у латинян, как у нас Златоуст. Но он жил в 4-5 веке, это наш святой. Он умер в 420 году. Вот у меня, заметьте, книга «К истинному православию». Я ее 40 лет собирал, материалы. И там в предисловии на первой странице написано, что, может быть, со времен Иеронима Стридонского не было такой книги, как наша «К истинному православию». Выявляет все недостатки. И когда он написал о нравственности священства, язычники от руки переписывали его книгу. А православные все отвернулись от него. «Мать церковь раздел! Мать церковь раздел!» кричали, как сейчас точно. Во-первых, она мне не мать. Не мать.
та, которая меня давит и гнобит. Я не о чем-то говорю, о патриархии московской. А вы там разберитесь себе на Украине. И, ну, при чем тут мать-то? Я хожу в храм. А хожу в храм, значит, я ее не раздеваю, а прикрываю. Как листьями, самим собой. И когда люди не приходят, церковь-то голая, Иоанн Златоуст говорит, они раздевают мать, хамье, которая не ходит. И к православным. 14 марта Ростислав. Вся русская иерархия оказалась под запретом. Климент запретил одну группировку, а Константин другую. 14 марта Ростислав. 28 апреля святой Кирилл Туровский одобрил казнь епископа Феодора Белого Клобучка, епископа, в 1169 году, которого казнили. Епископа. Епископа. И утвердили это тоже епископы. Отрезав ему уши, нос, лишили глаз и тому подобное. Вот так. 2 марта Арсений Суздальский. Подобные же дела католикам тоже не похвалу. Инквизиция, расследование с изощренными пытками при допросах и автодафе, то есть акт веры, сожжение, лишившее жизни 12 миллионов человек. А сегодня там каких-то единиц, говорит, было, молот ведьм. Протестантский президент США Гарри Труман испытал атомный меч на Хиросиме и Нагасаки. Старообрядцы, указывая на бывшее при Никоне, полностью забывают добавить, что все злодейство, бывшее до 1653 года, до патриарха Никона, ну, смотри, все описание выше у нас, вот, и кровавые оргии благочестивейшего в кавычках Иоанна Васильевича Грозного, это их подвиги, он же старообрядец был, семь злейших не обошли никого. Итак, бодрствуйте. Не расслабляйтесь, впереди Армагеддон, апокалиптические катаклизмы в природе и в отношениях между партиями. Люди, я люблю вас, будьте бдительны, это проповедь с петлей на шее. Юлиан Фучик. И сказал я, беда мне, увы мне, злодеи злодействую, злодейский ужас и яма и петля для тебя, житель земли. Исайя 24:17. Итак, бодрствуйте. И блажен раб, которого Господинова найдет бодрствующими. И главное, ужас, и яма, и петля считают это три мировые войны. Не нужно людям предлагать свою веру в подмене, но изображать все, как в Библии, где не скрыты и смертные грехи святых Моисея, Давида, Савла, Петра и других. Потому и верим Библии святой, ибо в ней все описано так, как было, без подмены. Которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной. 1 Петра 1:8. Будем бодрствовать и трезвиться. 1 Фессалоникийцам 5:6. Лука 12:37, 3 Ездры 2:13. Блажен бодрствующий. Откровение 16:15. На сегодня все. Сейчас я отключать буду и сразу же начну готовить ролик «События дня». Кто желает, может остаться. Я буду спрашивать потом. Так, отключаю.